Путин испугался поднять брошенную Эрдоганом перчатку. Аркадий Дубнов на своей странице Facebook обратил внимание на слова руководства Армении, заявившего, что в Ереване на текущий момент даже не рассматривают идею официально обратиться за помощью к УДКБ или к Владимиру Путину. Политолог объяснил, такая позиция армянской стороны объясняется нежеланием создавать ситуацию, когда Российская Федерация откажет в помощи. Поэтому Армения остается одна, тогда как за Азербайджан уже вступилась Турция, решительно заявившая о полной поддержке азербайджанцев. Причем это будет существенная поддержка, и воинственные заявления, которые делает Реджеп Эрдоган, только это подтверждают. Турецкий фактор в войне за Нагорный Карабах не просто очевиден, он еще и выглядит весьма угрожающе. В сложившейся ситуации кремлевским начальникам точно не позавидуешь. Они ведь точно не проспали, образно говоря. Россию новость о войне за Нагорный Карабах точно не застала врасплох. Вместе с тем, Турция, сумевшая значительно усилиться, сегодня чувствует себя региональной сверхдержавой. Эрдоган, не скрывающий своего желания стать ататюрком 21-го столетия, бросил Путину перчатку, которую президент Российской Федерации боится поднять.